Около 300 тысяч казахстанцев не отчитались о своем имуществе и доходах. Нарушители получат уведомления от налоговой, сообщили в Комитете госдоходов. Напомню, с 2021 года в Казахстане ввели всеобщее декларирование. Первыми сведения о своих активах сдали госслужащие и их супруги. После данные обнародовали работники госучреждений и квазигоссектора. Так называемая обходная декларация подается в фискальные органы только один раз. После предоставляется только 270-я форма, где указана информация о заработке и наличии имущества. В этом году впервые отчитались владельцы и учредители компаний. Согласно законодательству об административном правонарушении, тем физическим лицам, которые не своевременно либо не сдали просто декларацию, предусмотрено предупреждение на первый раз. При повторном таком нарушении в течение года предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, это 55 тысяч тенге.